Всем доброго здравия! Простой рецепт, как приготовить утреннюю овсяную кашу с различными ингредиентами. Для приготовления овсяной каши утром нам понадобится с вечера геркулес, миндальный орех, изюм, кунжутные семечки, льняные семечки, подсолнечника семечки и конопля, всеми любимая. А также нам понадобится воды и сосуд, в котором мы будем все это дело с вечера настаивать. Почему мы настаиваем с вечера? Для того, чтобы те вещества, которые содержатся во всех семенах, превратились в моносахара, в моножиры, в монобелки, и они будут намного проще и более эффективно усвоены нашим организмом. Всыпаем все в емкость, перемешиваем, заливаем водой. Воды в два раза больше, чем смеси, и оставляем до утра. Утром ставим на медленный огонь и готовим кашу. Прошла ночь, наша каша размокла. Утром я нарезал свежее яблоко. Сейчас ставим на медленный огонь и варим до приготовления. Утром ставим кашу на очень медленный огонь, так как эта каша может подгореть. И когда она почти готова, через 5-8 минут добавляем масло, и когда кашу разложили на тарелку, мы добавим чуть-чуть яблок. Полезные и здоровые рецепты не требуют долгого приготовления, поэтому мы стремимся сделать все наши рецепты предельно просто. Смотрите и подписывайтесь на наш канал Травард.